На следующий год запланировали выпуск. Которыми взрыв трубы невозможно. Но им необходимо иногда. Это тот случай, когда реально все чревато было при остановке энергосистемы. Взрыв трубы невозможно. Но им необходимо иногда провести специальные мероприятия. Переноборку у единственного завода. Обеспечивают более высокую динамику. Мы перекрыли параметры регулирования частоты. Полностью российская. Значит, часть компонентов. Сразу на этом же работается конкурс, на этом же. Мы постепенно переводим всю промышленность на вот это вот самое главное, это сверхнизкое энергопотребление. И компания делает даже удаленно включить при необходимости. Тоже вот он отлетел. Ребята смогли сделать математическое решение. Это совершенно другое будущее, когда все, что сегодня делают хакеры.